Владимир Зубков – председатель управляющего совета 67-го дома по улице Чапаевская. В доме всего 32 квартиры, в основном проживают пенсионеры, поэтому у активиста много работы. Нужно представить интересы каждого жителя. Двор уже успели привести в порядок, но работы еще много, говорит Владимир. Вместе с тем и много вопросов. Например, к кому обратиться, чтобы получить своевременную помощь? Чтобы получить ответы напрямую от экспертов ЖКХ, председатели многоквартирных домов собрались на специальном семинаре-тренинге. Это очень удобно, минуя всякие там обращения, там в администрацию нужно идти, чтобы оставлять свое обращение, потом там 10 дней на рассмотрение, ну что-то такое. А это пришел, поговорил, услышал ответ, и возможно это сделать в короткие сроки, невозможно. Вот, какие-то свои предложения, то есть поделиться. То есть напрямую такой прямой контакт, это очень хорошо, что так придумано. Инициатором проведения таких встреч стал губернатор Дмитрий Азаров. После его указания семинары начали проводить по всей Самаре раз в неделю. В Самарском районе порядка 1200 многоквартирных домов. На вопросы их председателей отвечают напрямую сотрудники ГЖИ, представители районной администрации и ресурсоснабжающих организаций. Эта встреча от первого лица. Сегодня могут управляющие домами задать непосредственные вопросы представителям тех органов, которые здесь будут присутствовать, и получить на них оперативные ответы. Семинары для председателей МКД – это площадка, где самарцы обмениваются опытом и могут получить поддержку экспертов в области ЖКХ. Узнать о времени и месте следующей встречи можно, позвонив в администрацию своего района. Мария Левина, Сергей Баскин. События.